Эй, это Санта, и у меня для тебя есть подарок. Подарок? Ну тут ничего нет. Ну так, а ты что думал? Ты даже еще хорроры не снял. Всем здорово, народ. Многие хотели этого. Многие этого ждали. Но никто не знал, что творится у меня в голове. Даже я этого не знаю. Но все же, те, кто ждал этого сегодня, дождались. Потому что это марафон страшных игр. Погнали! Каждый выпуск я буду играть в две страшные игры. А какие, решать вам в комментариях. Чем больше лайков, тем ближе новая серия. И тем охотнее я ее сделаю. Ну а мы приступаем к игре. Я счастлив, что в этой части не нужно подзаводить эту сраную шкатулку. Потому что меня это так бесило. Так, кто это, Фокси или Мангл? Хрен его знает, я не разбираюсь у них. Ха-ха! Заяц не залез. Ти-ти-ти-ти-ти-ти! Его вроде бы зовут Бонни, да? Чуваки, сорян, я не разбираюсь. Так до сих пор и не выучил их. Так, а как здесь подзаряжать планшет? Смотримся. И Чика смотрела своей гнусной рожей. О, свалил. Смотрите, если он свалил с той двери, значит по логике... Значит по логике 5 утра! Вторая ночь для моего пакана это просто... Если вы помните, о чем я. Телефон. Телефон! Пожалуйста, заткнись! Их всегда здесь было двое? Нет, не всегда. Господи Иисусе, и на кухне не работает камера. Неужели было так сложно починить ее? О-о-о! Это чудовище смотрело на меня. Дура, вали отсюда. Вали отсюда быстро. Ты че, мент? Нет, вали отсюда. Пошла вон отсюда. Курица. В прямом смысле этого слова. Так, твое наглое лицо здесь совсем не к месту. Уходи. Фак, у меня 9% зарядки. Фак, еще сейчас вообще заряд... Уже 6! Да мой телефон так... Уже 5! Да мой телефон так даже не садится! Ты еще не свалила, Чика сраная? Ой, как это плохо! Ой, как это нехорошо! Я не особо испугался, и это очень хорошо. Чушь, 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 и не страшная чушь. Единственное, что здесь клево, это аниматроники. У них здесь классный вид. А мы приступаем к королю хоррор-игр Слендермену. Бринь! Ребят, вот эта тачка! Да это говно! А вот и первая записка. Вон, смотрите, еще что-то. Там могут быть записки. Угу. Записки, записки. Вон он! Коварный козел! Ох ты ж! Эй, дебил! Ку-ку, малыш, я здесь! Ой, мама! Он был там! Его нет! Другой бы на моем месте радовался, но меня это напрягает. Смотрите, это какие-то... Письки! Суперкритик Дамбо! Записка! Записка! Хватай и беги! Давай! 8 надо найти! 8! Фак! Я бежал в надежде, что это последнее. Бровь, не чешись такие ответственные моменты, пожалуйста. Записка держит за пиписку. Чё, говнюк отстал от меня, да? Куряга. Надо было спортом заниматься. Пошёл ты в жопу! Ты можешь меня не преследовать? Беги!
Беги, придурок! Так. Третий раз меня напугал уже. Быстро, 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 быстро. Бегаем от него. Ладно, бро, я думаю, мы на этом с вами закончим. И если вам понравилась идея про страшные игры, вы предлагайте в комментариях, а я играю, снимаю «Пугаюсь, Русь». Снимаю «Пугаюсь, Русь». Ставьте лайк. И если вы впервые на моем канале, то подписывайтесь, потому что здесь выходит очень много интересного. Загибаем пальчики. Вы классные, офигенные, суперские, смешные и просто мега крутые, бро. Всем пока!